Всем привет, друзья! Четверг сегодня у нас... Какое число, бабушка? Вспомнишь, нет? Да? Наверное. Что-то у меня голова с утра не работает, и ведь рано встали. А у вас спали, что-то сегодня плохо. Смотрите, какой снегопад идет. Мелкий такой мелкий снежок. Все затянуло, небо серое. Птички летают, потому что тепло сегодня. Вон они че делают. Ой, летают, летают. Сегодня минус 2 всего, даже к нулю ближе уже. Видите, вот на градуснике. Минус 2. Вот мы тут завтраки готовим. Я сегодня, потому что не очень рано на работу, поэтому успеваю еще и завтрак приготовить. А вот на обед-то нам что с тобой готовить? И вот это вопрос. Вот это вопрос. Надо что-то поставить и сварить. Так, посмотрим. Вот так все, как обычно. Матвей ушел, Алеша ушел. Фима кашляет. Что-то он это самое... Разбаливается маленько у нас, простыл, все у них в классе там тоже болеют, так это, заразился, видимо. Вот, сегодня покашливает все, и ночью покашливал, надо, в общем, что-то сегодня подавать. У меня есть там гидоликс на плюще, мне нравится плющ, как действует при кашле, дам ему сироп плюща. Ой, такие дела, так я что, кофе сделала, кофе со сливками, вот такой вот, с пенкой. Маленько, которая уже осела, потому что я вечно сделаю кофе и ношусь потом полчаса еще. Вот, и бутерброд. Сейчас покажу вам бутерброд. А это потом в ролике посмотрят, какие у меня тут. Это у меня на завтрак вот такие котлетки, а из чего они, потом я вам в ролике расскажу. Вот. Что это тут? Адыгейский сыр и масло наше домашнее. Так что все свое. Что-то я не хочу сама-то с утра котлеты. Наверное, на обед они останутся. Слушай, надо, наверное, это что-нибудь сварить еще, макарошки или что. Вот. Хотя, не знаю. Либо просто... Ну, в общем, подумаем сейчас. Ладно. Ну, все. Завтракаем, да, пойдем на работу. Что, ему открыть надо было? Ну, кто ему откроет? Подожди. Да, собрались ехать. Матвей идет. Дали ему ключи, сейчас он откроет ворота. И поедем дальше. Видите, какой снегопад, все запорошил. Открыл и все. Так. Там микроволновки, пельмешки те маленько. По блату. Ребятишкам сварила остатки сегодня домашних пельменей. Сидят. Сейчас Фима ест в день, да. Ему оставили чуть-чуть. Ты думаешь, что на Новый год ты что? Ну, смешил в ноябре на Новый год. Ну, ты сама сказала. А, нет, не смешил людей. Угу. О, собачка, вот это хаски бегает. А, смотри, она с той воюет. Вот. Такая ушлая собака в ограду забегает. Требует, чтобы ей давали. На детей прыгает лапами, они пугаются. Но она добрая, но как бы играет так. Видать, молодой хаски этот. Ты меня на Вайлдберрис сейчас завезешь или потом? Ну давай сейчас. Я заберу, у меня закваска пришла для сыра. Да. Забрать. Нагулялся? Да. Нос крутит. Он сегодня даже из-за этого носа не пошел в школу, друзья мои. Потому что настолько с утра у него бежало из носа. Потом я ему, конечно, лартодин дала. Потому что противоаллергическое, оно помогает. Потому что вот это течение из носа, это и есть аллергия на тот вирус, который он поймал. Вот, поэтому всегда, когда у вас из носа бежит и крутит нос, сильно, вода прям бежит. Вот это вот надо антигистаминный препарат, то есть противоаллергический пить. Ой, мой вам совет. Вот, оно как бы прекращается течение, и вот он к вечеру-то у нас получше стал, а в школу не ходил. Вот, все, уже все, что ли? Нет. Вот у нас, видите, какой. Я не знаю, видно, не видно на камеру будет. О, у дяди Саши там гирлянда уже. Новый год уже. Луна. Ну, снег-то продолжает, типа, этому небо такое неясное. Вот. Так что Фима сегодня у нас прогульщик. Ну ладно, ничего. Учительница вчера сказала, дня 2-3, говорит, это вообще, говорит, ничего страшного, говорит. Можете даже справку не брать, просто, говорит, посидите дома, и все нормально. Вот, восстановится. Ну, у нас как раз четверг-пятница, я думаю, завтра, ну, посмотрим завтра. Я ему не говорю, что он не пойдет, вот. Хотя он уже наметился, говорит, а что, говорит, я буду 4 дня дома сидеть? Я говорю, не знаю, может быть, завтра ты и пойдешь. Ай, хитрые они, конечно. Ну,
есть. Есть повод, как говорится. Ну, надо подлечиться чуть-чуть, конечно. Температуры-то у него нет, но вот это вот течение износа, оно же дискомфорт доставляет. Вот. Ну, ладно. Темно, наверное, не видно ничего. Я сегодня разгрузку себе сделала в плане готовки, потому что что-то устала я за эти дни. Как бы и пироги пекла же я ведь. И пирожки жарила. Чего я только не делала вчера. А сегодня уже что-то сил нету с этой готовкой. И говорю, я увольняюсь. Нет, с утра я, конечно, кое-что сделала, но там как бы недолго. Пока еще, так сказать, утро было. Вот, а потом к вечеру просто лапшичку творили мелкую, да. Яйца жарили, сардельки творили. Короче, всякой ерундой поели. Потому что уже устала что-то я. Вот. На супы вчера суп варили, но сегодня где-то ел утром-то суп, а вот все равно не доели, то есть тоже заелись маленько, супы уже тоже не хотят. Вот, так что не знаю уже, что им готовить, честно сказать. Фантазирую, уже никакой фантазии не хватает. Вот. Ночью я сегодня плохо спала. Вот. Смотрите, какая гора. И решила днем поспать сегодня. Сегодня прикорнула, минут 40 поспала днем. Поэтому бодренько вечером-то оказалось. Привет, скажи, всем привет. Наш попрыгун. Выходные его постараемся загнать на веранду и прочесать хорошенько на зиму. Этих лохмотьев все уберем. Да хоть шерсть все берем. Все пригодится куда-нибудь. Вот. А так все нормально. Корова сегодня у нас гуляла, потому что днем плюс один было на загородку. Правда, Леша меня отругал, она говорит, там нагадила, надо было сразу убрать, а то он примерзает. А я, честно говоря, думала, плюс один, так оно и не примерзнет. А, видимо, сейчас уже минус стало, ну, как бы это, говорит, он примерзло. Вот, а так они. Тихонько вам покажу одним глазиком. Они там, ой, уже спать. Готовятся, мы уже их подоили, все. Едят, сено стоят с малышкой. Малышка тоже у нас уже жвачку жует. Вот. Уже она и сено активно ест, и поэтому у нее жвачка уже появилась. Сегодня лежат обе. Обе жвачку жуют. Так интересно. Что такая малявка, ей еще месяца нет, а она уже. Но она и корм, кстати. То есть она как бы матери даешь корм, и она у нее гранулу тоже хорошо. Это уже пытается брать. Но, видимо, еще размусолить-то ошибка не получается. Вот. Так нормально. Вот такие дела. Байкала не буду кормить. Я его кормила сегодня часа в 4 вечера. У меня как раз головки оттаяли. Водейка только что пришел. Вот. Что-то мне про школу такое. Ничего особенно не рассказывал. По химии, говорит, были опыты. По математике учительница опять болеет. Ее каждый день разные замещают. Вчера одна была, сегодня другая, она говорит, мне так они нравятся, так нравится. В общем, довольный. Но, ну, плохо, конечно, когда разные учителя, потому что у всех свой подход к решению задач. Сейчас вынесу. Сейчас тетя Ирина еще молоко обещала. Сейчас вынесу. Я сейчас другую одежду одену, это у меня вонючка. Хотя я сегодня стирала, но все равно крови сходишь, все равно пропахиваешь, да? Корова есть корова. Так, а тут Фадейка. Привет, мужики. Покажи, что ты там нюхаешь-то. Вот. Ага. А, звездочку. А что ты ее ободрал всю? Золотая звезда. Ладно, на. Что-то они там закрылись, Фадеем. Секреты у них. Ну ладно, друзья, я сегодня ничего, к сожалению, не снимаю. Толком. А, что? Ты мне что-то хочешь рассказать? Да. Сейчас я иду. Я сейчас тете Ирине вот молоко вынесу, я еще не доцедила тут маленько, сейчас доцежу и вынесу. Вот. Ты поела уже все? Да что он испортился? Ты это самое, с одного носа в другой как бы не толкает эту палочку, потом вытирайте. Вот. Ой, кошмар какой. А, кстати, Фиме помогает вот этот нюхалка. Да, помогает, пробивает, да? Как-то это хорошо. Вот. Ну ладно. Все, в общем, давайте до завтра. Надеюсь, завтра у меня будет больше
энтузиазма на съемке. Я говорю, я что-то вообще устала. Я вчера, считай, пироги пекла, я это все снимала. В итоге на хроники опять мало попало. В итоге сегодня я вообще уставшая. И к съемкам вообще ко всему устала. Поэтому сегодня я отдохнула, завтра, надеюсь, пободрее буду. Я сегодня даже пылесосить не стала, хотя хотела пылесосить. Уже 2 дня как собираюсь, и так и не это. В магазин только съездила, продукты пополнила он для посудомойки. Купила эту Сомат. Вот такой взяла. Вот. Почему не на русском? Не знаю, 100 таблеток взяла. Вот эти мне не понравились, друзья, кто берет. Вот эти не понравились вообще. Плохо промывают. У меня даже, знаете, налет на чашках на некоторых стал, который, видимо, более чувствительный к налету, к этому от чая. Вот. Прям вижу налет. А вот с Соматом такого никогда нет. Поэтому я сегодня взяла Сомат. Ну вот он у нас в магните по 1200. Вот. Если 100 таблеток, а если 48, что ли, уже 800 и как бы невыгодно получается. Поэтому я уже взяла Сомат. Все равно экономия получается. Ну ладно. Все. Давайте. До завтра. Всем пока-пока. Уроки будем, да? Уроки будем делать?